Новую модульную инфекционную больницу построят в Кокшетау. Медицинское учреждение будет предназначено для лечения больных коронавирусной инфекцией. Недалеко от Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера уже выделен земельный участок площадью более 4 гектар. Модульная инфекционная больница будет рассчитана на 200 коек. По предварительным расчетам стоимость проекта составит 6,2 миллиарда тенге, который будет реализовываться за счет экономии средств, выделенных республиканским бюджетом в рамках дорожной карты занятости и местного бюджета. По поручению правительства у нас планируется строительство инфекционной больницы. Это модульная больница, по примеру, города Чимкента, города Нур-Султана. Предварительно мы планируем строительство на территории нашего областного противотуберкулезного диспансера. Там есть участок земли, который мы можем выделить. Буквально в ближайшее время строительство уже начнется. Сроки, значит, октябрь месяц